События на Шадр-Инфо. Журналисты построили 250 километр оптической линии компании «Ростелеком» в Шадринске. Возможность поучаствовать в строительстве юбилейного километра оптоволоконной связи представилась в ходе пресс-экскурсии, организованной специалистами компании. Журналистам позволили побывать на стратегическом объекте компании в линейно-техническом цехе и увидеть своими глазами работу ультрасовременного узла связи. Это сердце связывает абонентов города Шадринска со всем миром. Причем услуги, если мы раньше традиционно в свое время оказывали телефонию, ну и максимум, что радиовещание, то сейчас на данный момент в одном этом пассивном волокне мы можем оказать мультиплеер. То есть и телевидение, и интернет, и телефонию, а также все дополнительные услуги. Это самая перспективная разработка, которая предоставлена на нашем рынке. Новые оптические линии связи являются помехоустойчивыми и сами не создают помех. Оптическая сеть, построенная по технологии GPON, позволяет по одному тонкому кабелю провести в квартиру сразу несколько услуг – IP-телефонию, интерактивное телевидение, интернет и другие. Аббревиатура GPON переводится как пассивная гигабитная оптическая сеть. Это означает, что конечный потребитель услуг и центральный узел связи связаны высокоскоростными оптическими линиями, которые не зависит от электропитания на всем своем протяжении. Таким образом, аварийная ситуация может возникнуть только при физической неисправности линии. На данный момент компания «Ростелеком» единственная на территории Уральского федерального округа, которая оказывает данную услугу. Услуги по технологии GPON. Конкуренты используют несколько другую технологию, размещая оборудование на домах, либо транзитное оборудование, либо на доме, которое подключено к системам электроснабжения, общедомовым. Немаловажным достоинством технологии является то, что обещанная скорость в 100 мегабит в секунду доходит до оборудования абонента и используется уже по его запросам. Высокоскоростной интернет позволяет в полном объеме пользоваться дополнительными услугами, такими как Smart TV, установленных в большинстве современных телевизоров, а также различными приложениями. Да, вот оборудование, вот это желтенькие провода, на самом деле это все оптические соединители, который позволяет организовать высокоскоростное соединение как на внутреннем периферийном уровне, так и на внешнем. Емкость нашего узла составляет 8,5 тысяч портов. Грубо говоря, 8,5 тысяч абонентов мы можем подключить. Задействованная емкость у нас на данный момент составляет 3820. Ну, это количество у нас изменяется с учетом того, что мы подключаем новых абонентов. То есть, грубо говоря, больше 3,5 тысяч семей у нас сейчас уже пользуются по городу Шадринску именно оптическим доступом по технологии GPON. Для стабильной работы оборудования в помещении поддерживается оптимальная температура плюс 18 градусов, независимо от времени года. Что касается центрального узла связи, то оборудование находится в здании категории первого класса, что гарантирует круглосуточное непрерывное электроснабжение. В компании работают специалисты высокого класса, способные разбираться в современных технологиях передачи данных и управлять дорогостоящим оборудованием. После небольшого мастер-класса по сварке оптического кабеля от ведущего инсталлятора свои возможности удалось проверить и специалисту компании «Шадр-Инфо». Много раз самому доводилось видеть, как происходит сварка оптоволоконного кабеля. Сегодня удалось самому произвести эту операцию. Сварка произошла успешно, погрешности в пределах нормы. Где будет использоваться вот та часть оптики, которую я сегодня сварил? На данный момент вы выполнили работы, которые позволят осуществить подключение вновь сдаваемого объекта. Это абоненты северо-восточного поселка города Шадринска, это коттеджные застройки. Чтобы наглядно показать скорость развития технического процесса, журналистов провели по старому цеху, где расположено оборудование координатного типа, работающее по медной технологии. Оборудование очень прихотливое, поэтому требует постоянного дежурства диспетчеров. Слышите звуки срабатывания электрических реле. В зависимости от абонента, который расположен в этом многокоординатном поле, да, происходит срабатывание выбирающих реле. Одно из них вверху, другое вот здесь внизу. И, соответственно, там находится контактик, который прижимается к выбранному направлению.
И мы видим, да, какое огромное количество для этого нужно. Шадринцы, да, звонят друг другу, они звонят на межгород, им звонят. Это если вспомнить, когда мы в свое время, у кого еще остался номер на 5 в городе Шадринске, снимает трубку с телефона, он сразу попадает сюда. Здесь срабатывает абонентский комплект, который закреплен за этим абонентом. И дальше уже в зависимости от того, куда он набирает циферки, срабатывают другие реле по направлению. Оборудование было разработано и введено в эксплуатацию в 50-х годах. На данный период оно обслуживает около 3500 абонентов и предоставляет только голосовую услугу. В основном это абоненты частного сектора поселков Хлызово, Осеево и части нового поселка, которые еще не переведены на современные технологии. Что касается северо-восточной части города, то в планах компании уже летом 2015 года начать оказывать услуги по новым оптоволоконным линиям и для частного сектора. Как отметили специалисты Ростелеком, к концу 2015 года две трети шадринских семей смогут в полном объеме пользоваться цифровым пакетом компании.